В администрации городского округа Люберцы прошло торжественное собрание, посвященное Дню труда. Лучших сотрудников предприятия отметили грамотами и благодарственными письмами различных уровней. Наша съемочная группа побывала на празднике. День труда отмечают в Московской области с 2002 года. На протяжении 20 лет в середине апреля принято поздравлять людей самых разных профессий. В очередной раз в конференц-зале Люберецкой администрации собрались врачи, учителя, слесари, предприниматели и представители многих других отраслей, чтобы услышать слова благодарности за многолетний труд. Люберцы, городской округ, это передовой округ, который уже в течение многих лет является именно передовым, как и в производственной сфере, так и в социальной. Без труда, как известно, не вытащишь и рыбку из пруда. Эти слова директор 24-й гимназии Марина Худоярова понимает, как никто другой. К своей цели работать учителем идет с тех пор, как пошла в первый класс. Сегодня за плечами 24 года педагогического стажа. Коллектив, который возглавляет Марина Усмановна, отметили благодарностью губернатора Подмосковья. 3 года я у руля замечательной гимназии. 3 года я работаю с творческим коллективом, шикарной командой, которую мне пришлось возглавить. И сегодня эта награда с нами. Лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых коллективов отметили благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. К поздравлениям присоединились и депутаты Московской областной думы Лидия Антонова, Дмитрий Дениско и Игорь Каханный. Они вручили виновникам торжества почетные грамоты и памятные медали. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.